Всех приветствую, друзья. Закончил вот такой клинок русской офицерской шпаги из стали 95 Х-18. Длина клинка от плечиков до кончика составляет 870 миллиметров. Ширина 22 миллиметра у основания. Толщина 7 миллиметров и 3,5 миллиметра в 1 сантиметре от кончика. Клинок идет обоюдоострый. Шестигранный в сечении. На каждой стороне клинка имеется по одному вот такому дулу. Далее дул заканчивается, переходит у нас снова в плоскости и переходит в обоюдоострый клинок.